С нами на связи правозащитница из Балакова Наталья Караман. Здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Торгово-промышленная палата Саратовской области и ее балаковский филиал в закрытом режиме обсуждали повышение налогов. Это правда? Да, вчера состоялось заседание, вернее, совещание по обсуждению норм законопроекта Саратовской области в отношении увеличения налоговых ставок по патентной системе, дифференциации ставок и рассмотрения поднятия транспортного налога на 2 рубля. Как они посчитали, что это незначительно и, в принципе, население потянет. Это только региональная инициатива, то есть только в нашем регионе будет такое повышение? Вчера обсуждался вопрос именно в отношении налогов, которые принимаются регионом, и изменения, которые подведомственны принятию региона. Ну и, соответственно, как проходило обсуждение, то есть как это отразится на бизнесе, как-то рассчитывали? Я попыталась вчера как бы возразить, но поскольку я принимала участие дистанционно и по скайпу, то особо-то, конечно, не получилось с моими возражениями. Я считаю, что Минфин Российской Федерации при рассмотрении вопроса о дополнительных дотациях и выделении региону, да, ставит определенные условия в отношении мобилизации дополнительных доходов. Так вот, условия мобилизации дополнительных доходов, как раз они и предложение такое вынесли поднять налоги. Для того, чтобы этот вопрос решить и поднять налоги, полагаю, что необходимо все-таки как-то подходить взвешенно к этому. То есть в преддверии Нового года всегда печально в последнее время слышать о том, что поднимается коммуналка, тарифы на коммунальные услуги, тарифы там на оплату, абонентскую оплату, допустим, там какую-либо, стоимость лечения, стоимость учения, стоимость мучения, стоимость детских садов и так далее. Да, и после Нового года вдруг нам опять поднимают в очередной раз налоги. Я попыталась вчера возразить и сказать о том, что те налоги, которые мы сегодня платим, субъекты малого бизнеса подвергают оплате, они и так дифференцируются. Дифференцируются они определенными ставками, утверждаемым Минфином, то есть дифференциация именно коэффициентами и дефляторами. Коэффициент дефлятор достаточно серьезный и высокий. В 2016 году действовал на один из видов деятельности 1,637, для единого налога 2,083, то есть достаточно серьезные коэффициенты, которые и так повышают налоговую нагрузку. Вернемся к транспортному налогу, он касается большинства населения, практически всех автолюбителей, первое. Он касается тех, у кого яхты, маломерные суда, квадроциклы, то есть это мотоциклы, водные мотоциклы. Он коснется этих людей, и там ставка повышаться будет на 10 рублей с лошадиной силы, а транспортный налог пообещали, по крайней мере, повысить на 2 рубля с лошадиной силы. Но на сегодняшний день, если говорить именно о транспортном налоге, несколько раз с экранов центрального телевидения и Минфина Российской Федерации обещали пересмотреть нам, что транспортный налог, в принципе, должны отменить как вообще. Ну да, да. И засчитывать его, и засчитывать его, нам эту скальскую байку уже давным-давно говорят. И когда нам говорят о том, что вот поднимают акцизы в очередной раз на топливо, на бензин, нам мотивируют тем, что мы вот-вот не сегодня-завтра отменим налог на транспорт. Но до сих пор его не отменили. И с нашего молчаливого согласия опять происходит одновременно и параллельно и поднятие стоимости топлива, как мы это видим, и поднятие налога на транспорт. Поэтому ситуация не совсем правильная и не совсем правомерная, поскольку сегодня у нас в Саратовской области вот приводились такие цифры на этом совещании, что предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, зарегистрировано порядка 11 тысяч. Из них 3800 сдают нулевые налоговые декларации. Так почему же вы не задаетесь вопросом, а почему эти люди сдают нулевые налоговые декларации? Почему они как бы не готовы на сегодняшний день платить эти налоги? И почему такая ситуация? Ведь необходимо создавать условия для бизнеса. Так каковы же эти условия? И на сегодняшний день у бизнеса достаточно много и иных платежей. Это, например, арендные платежи. Это сегодня составляют долю платежей на соответствие требованиям действующего законодательства. Такие требования, как пожарная безопасность, трудовая инспекция, Роспотребнадзор. И мы знаем, что там достаточно серьезные затраты. Это то же самое, как содержание кассовых аппаратов. Это то же самое, как отчетность по алкоголю. Сегодня отчетность по алкоголю стоит порядка 30 тысяч рублей. И такая отчетность посильна, ну, я думаю, что, пожалуй, только большой сетевой организации. А мелкому бизнесу она уже не по силам. И мы сегодня видим, что у нас бизнес сокращается.
сокращается, сокращается, уменьшается. И люди готовы уходить в тень, даже не готовы, а бегут в тень. Мы это наблюдаем отчетливо и ясно. И поэтому я хотела бы, чтобы Минфин услышал данный довод, но, к сожалению, была на связи, как говорится, дистанционно, поэтому, может быть, не совсем говорила аргументированно. Если конкретно опять вернуться к транспортному налогу, то автобусники на сегодняшний день имеют задолженность по компенсационным выплатам по перевозке льготных категорий граждан за сентябрь и октябрь. На дворе уже ноябрь, а они до сих пор эти выплаты из нашего Минфина Саратовской области не получили. Как работать людям? Мы знаем, что запчасти дорожают, мы знаем, что бензин дорожает, мы знаем, что требования к бизнесу также поднимаются. И на сегодняшний день транспортные средства, которые в городе Балаково у нас осуществляют маршруты, они порой оставляют желать лучшего. У людей совершенно, абсолютно нет возможности менять транспортные средства, улучшать свой бизнес, потому что на развитие бизнеса денег не оставляют. И вот эта непопулярная мера, я думаю, она отрицательно скажется на доверии правительству Саратовской области. То есть, на ваш взгляд, повышать точно будут? И да, вопрос уже был решен, и нас вчера собрали, я так считаю, для профанации, что вот было такое совещание, мы вот без... нас поняли и простили. Еще, если уж такая возможность у нас есть, поговорим по поводу проблем Балакова. В новостях появилась информация, что нет отопления во многих домах. Насколько это правда? Это очень большая правда. Сегодня у нас в городе порядка 1200 многоквартирных домов, и из них в большинстве домов отсутствует отопление. Постараются эту ситуацию решить. На протяжении 3 недель в городе отсутствует отопление. Очень многие люди заболели. Это больничные листы дополнительные, это, значит, затраты на электроэнергию, поскольку каждый человек пытался и хотел себя обогреть в свою квартиру. Это дополнительные затраты на воду, которые они использовали также для купания и обогрева детей. Поэтому ситуация достаточно сложная. Mm-hmm. Почему она происходит, эта ситуация? Потому что, как я выражаюсь в наше время, коммунарский запас имеет свойство кончаться. То есть ТЭЦ, которая принадлежала изначально государству, все те моменты, которые были ранее сделаны, просто наступил момент, когда все заканчивается. И то оборудование, которое работает, оно имеет определенный износ. И это оборудование уже не в состоянии работать в тех нагрузках, которые требует город. Поэтому там случилась какая-то такая ситуация. Ну, пиковые водогрейные котлы были подключены, 7-я турбина не работает, она находится в капитальном ремонте. И поэтому вот такие сбои с отоплением. Магистральные трубопроводы, усталость металла проявляется, они рвутся, они рассыпаются как труха, не выдерживают то давление, которое допускают для запуска отопления. И говорят, что якобы не провели осеннюю опрессовку, сэкономили деньги на опрессовке. Вот в совокупности все эти вот недостатки, они как раз и привели к этой ситуации плачевной. Люди, естественно, конечно, обеспокоены, поскольку на улице, слава богу, еще плюсовая температура, и как бы они довольствуются тем, что не очень холодно. Но недовольства растут, и сегодня у нас очень большие претензии к прокуратуре города Балакова, потому что она на сегодняшний день не дала почему-то пока никакой пресс-конференции, не объяснила людям, как и глава администрации, в частности Чепрасов, как и глава района это Кузнецов, глава города Овсянников, не выступили перед населением, не обратились, не сказали, почему произошла с этой ситуация, что будет с перерасчетом, в какой части будет производиться перерасчет, когда будет производиться и куда обращаться, в каких случаях, в случае отсутствия тепла, не поступления в его в квартиры. Поэтому считаю, что как-то совсем уж, ну, по отношению к людям, какая-то уж очень закрытая наша власть в городе. Ну вот, господина Чепрасова недавно относительно переизбрали. Наверное, логично подумать, что раз переизбирают, то вроде как он должен быть хорошим хотя бы хозяйственником. Или получается не так?
Получается не то, что не хороший хозяйственник, а в трудную минуту бросил город, население и убежал куда-то. Если он ушел в отпуск, то как бы рановато с его очередным отпуском, поскольку его затвердили только лишь 26 числа октября, рассматривался вопрос о заключении контракта, то есть, вернее, результатов конкурса 26 октября. Если он уехал по каким-то неотложным иным делам, ну, я думаю, что, а какое может быть, ну, более отложенное, неотложное дело, если в городе чрезвычайная ситуация случилась? Поэтому мы пока не знаем, и никто не объясняет, куда делся глава администрации, и какие дела сегодня более важные, чем отсутствие отопления полностью в городе. У народа какие-то вот такие вот не очень хорошие, негативные, будем говорить, во всяком случае, отношения к главе администрации. И в очередной раз люди недовольны тем, что он так сильно рвался на это место, но, к сожалению, не оправдал надежд населения. А раньше что-нибудь подобное случалось? Пока на сегодняшний день подобного не случалось. Это впервые такая ситуация, за последнее время это впервые такая ситуация, и я думаю, что это первый звоночек именно для тех моментов, которые будут происходить, возможно, и в отношении водоканала, поскольку там такие же моменты. Поскольку тарифы, те, которые утверждает комитет по тарифам, они собираются в полном объеме, а мониторинга, осуществления и соответствия организаций на выполнение производственных программ, которые принимают участие в обоснованности тарифа, комитет по тарифам, полагаю, наверное, все-таки не мониторит и не рассматривает. И поэтому контроля за реальным использованием денежных средств, полученных от граждан за предоставляемые коммунальные услуги, сегодня никто не проверяет. И никто, наверное, не анализирует стандарты раскрытия информации, которые дают ресурсоснабжающие организации. То есть сколько было произведено ремонтов, какие были произведены ремонты, как они производятся, какие деньги тратятся и тратятся ли вообще деньги на ремонт основных фондов. Вероятнее всего, такой аналитики у нас в регионе нет. Так вот, позволю обратиться через ваш открытый канал к правительству Саратовской области, вернуться к старым вопросам в отношении возобновления аналитики моментов именно работы организации коммунального комплекса в части исполнения программ, производственных программ. Иначе будет хуже. Спасибо, Наталья, что поговорили с нами. Это была Наталья Караман, правозащитница из Балакова.